Раньше было проще жить. Раньше мы все крутились разрозненно. И каждый жил себе, не думая о другом. Зарабатывал деньги и хотел их побольше заработать. Качал нефть и думал, как бы ее побольше накачать. Воевал и любил показать, кто в доме хозяин. И вдруг кто-то повернул рычаг. И мы зацепились с соседями. Да как зацепились? Не выскочить, не притормозить, не почесаться. И о себе уже нельзя подумать. Приходится думать обо всех. Что ж такое получается, братцы? Если ты банк и печешься только о своих доходах. Если ты живешь, как раньше жил, не думая ни о ком, кроме себя. Тогда получай. Ты должен заботиться обо всем организме. Если ты страна, которая сидит на нефти и продает ее другим втридорога, не думая ни о ком, кроме себя, как раньше не думал, теперь не выйдет. Заботься, чтобы все распределялось поровну. Мы теперь один организм. Если ты просто эгоист и думаешь только о себе, как раньше думал, сегодня нельзя так жить. Ведь мы одно целое. Нельзя сегодня думать только о себе. Потому что каждый из нас – колесико, от которого зависит жизнь всего организма. Думайте обо всем организме. Тогда никому и больно не будет. И всем будет так хорошо.